Продолжение следует...
Великолепная раса Амнита. Танец Мангала Чарана. Мне кажется, я влюбился. Мне кажется, добрая половина мужчин здесь испытывает нечто похожее. А я с радостью приглашаю на эту сцену моего нового друга. Его зовут Тамал. И он сейчас расскажет, что же будет происходить на этой сцене дальше. Вообще удобно, когда люди приходят и сами рассказывают. А ты просто стоишь и купаешься в лучах славы. Это было больно. Но Тамал не виноват. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас покажем небольшое шоу. Это некая импровизация наша. Вот с таким замечательным барабаном. И чтобы дать небольшую настройку, я сейчас расскажу, что это за инструмент. Когда мы рассказываем о чем-то, мы обычно говорим историю этих вещей. И рассказывать историю этого барабана непросто, потому что своими корнями он уходит не просто в какую-то точку в этой истории, не в какую-то точку в прошлое, а это инструмент, который пришел к нам непосредственно из вечности, который пришел к нам из духовного мира. Вас уже спросили, знаете ли вы о бхакти-йоге, и судя по ответу, который был, я понял, что здесь очень много бхакти-йогов. И поэтому я спрошу, знаете ли вы, слышали ли вы когда-нибудь о Кришне? И ведические писания утверждают, что Кришна — это верховная личность Бога. И как вы думаете, чем таким особенным Кришна выделяется? Правильно, он всех очень привлекает. И говорится, что у Кришны, в отличие от других инкарнаций, в отличие от других аватар, у него есть 4 особых качества, которых нет ни у каких других экспансий Господа. То есть он самый полный. И это такие вещи, как его Лила Мадхурия, Рупа Мадхурия, Нама Мадхурия и Вена Мадхурия. По-русски это означает, что у него его имена, они все привлекательны. Когда мы успеваем его имена, мы чувствуем этот вкус. Его рупа, его форма, она очень привлекательна. Его игры, они очень привлекательны. И что еще? Вену Мадхурия. Что это такое? Это флейта. Если вы видели изображение Кришны, он чаще всего изображается с флейтой. Он играет на флейте. И звуки этой флейты, они привлекают все творение. И когда он приходит в наш век, в Кали-югу, в железную эпоху, то он принимает образ Господа Читани. И когда он собирается прийти сюда, он забывает о своей флейте, но флейта говорит ему: «Как же ты пойдешь без меня? Я же твоя вечная спутница». И поэтому флейта в наш век принимает облик мриданги и приходит и участвует в его играх как мриданга. Таким образом, этот барабан, он несет в себе изначальные звуки духовного мира и изначальную сладость, которыми эти звуки пропитаны. У нас есть звук, да? Когда мы обращаемся к каким-то духовным предметам, а мы уже сейчас выяснили, что этот барабан, он целиком и полностью духовен, мы должны понимать, что мы обращаемся не к неодушевленному предмету, а мы обращаемся к живому существу, к личности фактически, к чему-то наделенному сознанием. И поэтому есть целые молитвы, которые сложены для обращения к мриданге. Молитва звучит следующим образом. Мриданга брамарупая лаванамраса мадурим сагасра гуна сам юктан мриданга я намоу намага. Говорится, что мриданга, она обладает брамарупой. Ее тело, ее форма полностью духовна. Мриданга брамарупая лаванамраса мадурим. Она преисполнена огромным количеством рас. В ней присутствует огромное количество вкусов. И мы сейчас будем вам демонстрировать, как эти вкусы из нее извлекаются. Сагасра гуна сам юктан. Она преисполнена всех благоприятных и замечательных качеств. Мриданга йоу намо намага. Я предлагаю поклоны мриданге. И так как это живая личность, она может с нами разговаривать. И разговаривает она с нами через ритмические рисунки, которые получаются
в результате игры на этом инструменте. И для того, чтобы коммуникация с этим была проще, вы кого-то потеряли? Кого вы потеряли? Как зовут малышку? Рона! Друзья, Рона, найдитесь, пожалуйста. Где вы ходите? Рона! Так вот, чтобы нам было проще коммуницировать, эти ритмы, они складываются в мантры. Допустим, динна, 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 динна. Будет звучать следующим образом. Динна, 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 динна. Не покривлю душой, если скажу, что в какой-то момент хотел выбежать и заплясать в неистовом танце вместе с ребятами. Эти крики вам, Тамал. Друзья, прежде чем мы продолжим, нам нужна помощь. Мы сейчас будем застилать вот эту сцену специальными ковриками для того, чтобы наш следующий, я не побоюсь этого слова, звездный гость чувствовал себя в своей тарелке. Если кто-то хочет нам помочь, прошу, можете взять коврик и помочь нам застелить сцену. Тамал, кстати, может помочь нам, если он не устал. Не, если не хочет, может не хочет, Тамал хочет. Все остальные ребята остались, Тамал вышел. Вот Евгений, он помогал, кстати, стойки убирать полчаса назад, он тоже мог бы помочь. О, сцена пошла ходуном. Вот сейчас, друзья, действительно, что-то фонит. А вот сейчас, друзья, на этой сцене что-то... А можно что-то сделать? А, вот. Тест. Вот, все хорошо. Теперь наконец-то ушам не больно. Вот сейчас на этой сцене появится настоящая просто звезда, друзья. Вот вы можете себе представить человека, я должен это сказать, может быть, это пойдет вразрез программы, но я обязан. Представьте себе человека, который вживую видел Элвиса Пресли. Самого, друзья, короля. Может быть, он даже мерил одежду Элвиса Пресли. Я даже сейчас я пожал этому человеку руку, а когда-то эта рука тянулась к Элвису, к королю. И, естественно, этот человек, он не мог не заняться музыкой. Этот человек, Басинда с вами, он занялся музыкой очень плотно, но одновременно и он полюбил мир йоги. И сейчас я на эту сцену приглашу мою помощницу Наталью, и она расскажет более подробно об этом великом человеке. Дорогие друзья, еще раз призываю вас оставить свои дела, которыми вы занялись, игры в мячик поотдали. Пожалуйста, подходите все сюда поближе, сейчас здесь начнется удивительный концерт. Итак, я хочу сказать несколько слов об Октябре Неговиде с вами, нашем ожидаемом госте на этом фестивале. Бхакти Бриндаванда Свами – опытный мастер бхакти-йоги и мантра-медитации, инициирующий гуру вайшнавской традиции. Это всемирно известный и признанный исполнитель киртанов во всем мире. В
Бхактивинода Говинда Свами родился в 1951 году в Мемфисе. Из детских лет Говинда Свами был приобщен к музыке, и удивительно, ведь его отцом был Боб Нил, как только что сказали. Он был менеджером короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Но путь йоги настолько увлек Бхактивинода Говинда Свами, что он посвятил себя совсем другой традиции. Он познакомился с вайшнавской традицией и стал проповедовать по всему миру. В настоящее время Говинда Махарадж путешествует по всему миру, распространяя знания вед, мантры, медитацию, проводя многочасовые киртаны на фестивалях и концертах в разных точках нашей планеты. И вот сегодня этой точкой оказался наш концерт. И если мы захотим, ей окажется наше сердце. Для этого нам нужно внимательно слушать и пустить эти божественные звуки в свое сердце. Давайте поприветствуем его. Харе Кришна! Thank you.